С 10 июня нарушителей режима самоизоляции в Казахстане будут привлекать к административной ответственности. В Минздраве утвердили санитарные правила, которые предусматривают обязательную изоляцию для больных и контактных коронавирусом. Теперь, если гражданин, заведомо зная о своем инфицированном статусе, будет создавать угрозу заражения для окружающих, ему грозит штраф в размере 30 МРП или 87 510 тенге. Нарушители будут выявлять с помощью приложения АШИК, то есть лица с красным статусом при посещении общественных мест будут фиксироваться автоматически.